Здравствуйте всем! Это наше третье видео. Я хочу поделиться нашими результатами. Ровно через полтора месяца нашего знакомства с Давидом и работой мой сын заговорил. Он сказал, 1 мая, когда ему исполнилось ровно 3 года, он сказал свое первое слово. Это было внятно, это была обращенная речь, и он понимал, о чем говорит. Тьфу-тьфу-тьфу, спасибо Всевышнему за то, что он встретил меня с Давидом. Спасибо Давиду, который работает с нами, который вкладывает моего сына, нас, любовь, свой, светлой душой, старается и помогает нам. Также хочу сказать, что кроме речи у нас много еще хороших новостей по поводу поведения, по поводу туалета. У нас почти на 90-80% вопрос решен. Поведение, что он стал больше на улице нас ждать, понимать. Понимание, конечно, намного улучшилось. И знаете, для любого родителя первое слово малыша это до слез приятно. Алмамун Дабаршикор. Спасибо за Давид, за твою работу, за твою заботу, за то, что ты стараешься, помогаешь. Спасибо.